Всем привет! Меня зовут Эдуард Винько, я сейчас нахожусь в Доминиканской Республике. Сейчас зима, холодно везде. У нас здесь круглый год, лето, классно. Меня многие спрашивают, когда ты вообще работаешь? Ты постоянно где-то путешествуешь, каждых 4 месяца ты находишься в какой-то из страны, улетаешь и проводишь там целых несколько месяцев. Когда ты вообще зарабатываешь деньги? Об этом я сейчас хочу поговорить с вами, потому что сегодня это время возможностей, сегодня есть интернет. Это все то, что постоянно развивается, постоянно улучшается. Это означает, что ваш бизнес можно сегодня вести полностью через интернет, не быть привязанным к вашей стране, не быть привязанным к вашему городу, к вашему подъезду. То есть вы можете делать ваш бизнес в любой стране, вы можете находиться в том месте, где вам комфортно, где ваша душа радуется. И многие спрашивают, а как ты получаешь свои деньги, как ты выводишь их, как это все происходит вообще? Есть возможность, есть система вывода денег. То есть компания, с которой мы сотрудничаем, она дает вам бэк-офис, у вас будет свой полностью офис через интернет. Она дает вам карточку системы NXPay. Вот эта карточка системы NXPay. Каждый из партнеров, он получает вот такую карточку, на которую вы будете получать ваши комиссионные. Вот этот банк, он полностью обслуживает ваш бизнес, то есть система вывода денег. То есть у вас будет интернет-бэк-офис, который позволит вам выводить ваши комиссионные в любой стране. А как это все, как происходит вывод денег, вы сможете увидеть, пройдя по ссылке, которая будет под этим роликом. Вы сможете записаться на информацию, получить полную информацию об этом бизнесе, узнать, как здесь заработать деньги. После этого вы сможете связаться с тем человеком, чья это ссылка, и, соответственно, задать ему все вопросы, которые вас заинтересовали, и обсудить дальнейшее сотрудничество. И сейчас вы увидите, как это все я делаю. Я снял ролик еще до вылета в Доминикану, и поэтому сейчас у вас будет возможность это все увидеть своими глазами. Всем привет! Сегодня у нас хороший день. Мы будем снимать наши чеки. Каждую неделю мы снимаем наши чеки в компании Genesis. Можно снимать. Чек. Все, по 800 евро за раз в день. Вообще с рекартами в день снимать 3000 евро. Или 2500 евро. Снимем еще 2500 евро. Взять деньги, евро. Можно только по 800 за раз. Это можно делать. По 800. Компания Genesis будет зарабатывать ежедневно вот такие деньги. Мы сразу поехали дальше. Берем нужную сумму 800. За раз можно только 2500 евро. Столько мы снимаем за один день все-таки. Теперь можно только 100 с чем-то, потому что 2400 мы уже сняли.
на 120.